вначале провис, а потом второй. Я только, знаешь, не буду вот эти карты менять. Не надо их менять. Почему? Ну, как бы, чтобы слить не было. Слить не было, нет? Ну, давай, хочешь это как решишь. Я просто... Просто ты хочешь так? Просто неправильно. Да? А то как-то не получается. Чтобы они... А ты одной ноты сыграй вначале. Че? Лучше делать дабл-трек, одна и та же партия, две стороны уводится. Я понимаю, не, но у нас, смотри. У нас, смотри, акценты. А в этот момент вторая гитара... Все дубль-треками будет. А это... И та, и другая. А та виснет. Да. Учитывая изобилие альтов, скорее всего... получится. Почему? Потому что висючая гитара, она обычно оставляет после себя низ. Он пересекается с альтами, у тебя потеряется и жир альтов. С альтами какими, прости? С томами, с моими том. А как же сделать тогда, блядь? Ну, логичнее было бы. То есть все это в одну гитару. Альты, я имею в виду тома, ну, это у меня на барабанах. Они низастые, они очень плотный микс делают с самого начала. И еще одна лишняя гитара, тебе просто в итоге получится либо альты тонкие, либо гитара тонкая, либо каша. Без хвостов получается. Это идет, да? Хвосты лишнее наслоение, они скорее хорошо, всего... Хорошо, давай попробуем. Давай, хорошо. Вот так вот. Попробуй. Я просто смотрю, что с точки зрения всего микса. Давай тогда сделаем, Сань. Что сделаем? Давай сделаем это вот так. У нас там... два таких фрагмента. Первый без этих гитар сделаем. А второй с этим. Да, то есть просто партию разнообразить, да, что когда у тебя слишком много гитар, получается обычно во всем. Попробуй. Давай попробуем. Здесь просто лишний раз зачем провесил? Не надо. Не надо, пути. А? Есть и пути. Так, давай еще разок. Ты сделай нормальные ровные картошки здесь, а во второй раз это пошло. Нет, это мои проблемы, я уже исправил. Музыканты, мальчики, шкалят датчики. Давай. Погнали. А вот отвлекаться не надо. Раз, два, три, че. Первый оставляем, понятно. Хорошо, да. Я думал, да. Ты имеешь в виду вторую гитару. Нет, сделать, все, так, вторую гитару включаем уже сделать. Обычно помогать батарейки ставлю. Запись гитары — это даже сложнее, чем запись барабанов. Потому что очень много нюансов по игре. Струны, бары, лады, звук, рычаг на гитаре. Пресеты какие-то, примочки. Барабан проще, тарелка повесил, поиграл. Вокал еще проще, пришел, поорал. Отрывисто не играй, грязно сыграй. А-а-а. Да. Глуши, да, а вот да, что. Как можно не совсем глушить? Ну вот так. Рыбу глушить. Это другое дело совсем. Ты там совсем отрывисто сыграл. А, ну просто поменьше. Да. Криво. Не подбил, вошло, да. Сейчас перископ отключится. Да, там. Здорово, да.
Пишем. Да? Сверху будет делать, да. Да как он? Остаешься.